Министерство экономического развития и инвестиционной политики, ЕИКЦ, РИА «Телемир» представляют. Здравствуйте, с вами программа «Выбирай Саратовское». Саратовская марка качества. Не знаю, как вы, а я всегда стараюсь покупать именно саратовские продукты. Потому что, во-первых, они свежие. Во-вторых, я им доверяю. А в-третьих, можно прийти на предприятие и сказать: «Мне это нравится» или «Мне это не нравится» или «Мне это очень нравится». Процесс производства в компании «Рациональ» организован просто и грамотно. Любые будущие вкусности начинают свой путь с обвалочного цеха, где сотрудники вручную отделяют мясо от кости. Далее на огромных весах, согласно рецептуре, замешивается фарш. Затем мясо отправляется в мясорубку, а после – фаршемешалку. В ней фарш смешивается со специями, луком и всеми остальными ингредиентами. Кстати, лук чистят сами работницы без помощи машин, чтобы не пропустить в производство ни одной испорченной луковички. Фарш для колбасы, ветчины и купатов попадает в вакуумный шприц, который одевает их в оболочку. После этого колбасные изделия навешиваются на специальные рамы и отправляются прямиком в коптилку. Опилки для копчения мяса используются только натуральные, никакого жидкого дыма. Вот такие опилки буковые, получается мясо более светлого цвета. И вот такие опилки дубовые, получается мясо более темного цвета. Вот такое золотистое. С ума сойти, какое вкусное. Фарш для котлет из фаршемешалки везут на котлетные аппараты, которые быстро их лепят. Затем работницы вручную добавляют начинку, обваливают котлетки в панировочных сухарях и отправляют их в большой холодильник для быстрой заморозки. Приходите к нам за ветчиной с сыром, они очень-очень вкусные, чтобы пальчики оближешь. Пельмени и вареники из свежеприготовленного фарша лепит продуманная итальянская техника, которая за один раз выдает по 4 штуки и за час способна вылепить до 150 килограмм продукта. Вот это называется кутер, в нем смешивается фарш для пельменей. Вот сейчас уже готова говядина, закладывают туда свинину, закладывают лук, закладывают соль и натуральные специи. И получается вот такой фарш для пельменей. В среднем на приготовление одного вида продукции уходит около 4 часов. Всего под маркой «Рациональ» на наши столы поступает более 50 наименований продуктов. Качество выпускаемой продукции подтверждено многочисленными наградами и дипломами конкурсов и выставок. Питаюсь сам я, вся моя семья. Все мои родственники, все соседи, где я живу, используются качественные ингредиенты и все составляющие натуральные. Ну что ж, мы посмотрели вкусный сюжет, а теперь мы расскажем о том, где все это можно купить. Но самое главное, что есть у компании «Рациональ», как мне кажется, это благотворительный фонд «Благодать». Компания «Рациональ» помогает людям, тем, которым это больше всего нужно. Уже 5-й год известная саратовская компания «Рациональ» радует своих покупателей вкусными полуфабрикатами, колбасами, копченой продукцией. В настоящее время компания имеет динамично развивающуюся розничную торговую сеть, осуществляет оптовые поставки производимой продукции. 50 фирменных магазинов и павильонов работают в Саратове и Саратовской области. В каком бы районе Саратова вы ни жили, обязательно неподалеку от вашего дома будет этот уютный магазинчик. Продукты у нас всегда свежие, хорошего качества. Завоз ежедневный, даже субботу-воскресенье. Очень выручает хозяек. На скорую руку приготовить. Есть уже любимые продукты, которые любят покупатели. Здесь представлен широкий выбор вкусных и полезных для здоровья продуктов питания, производимых компанией «Рациональ». Также в эти магазины поступает лучшая продукция местных производителей, которая отбирается дегустационным путем и пользуется неизменным спросом у покупателей. Компания «Рациональ» не только производит вкусные и уже полюбившиеся саратовцам продукты, но и активно занимается общественной деятельностью. Благотворительный фонд «Благодать», который возглавляет Ирина Белоус, поддерживает тех, кто в этом по-настоящему нуждается. Недавно мы собирали макулатуру. 20 школ собрало 45 тонн, и мы смогли помочь мальчику Ярославу. Сплачиваются люди под идеей делать добрые дела. Я прощаюсь с вами до следующей недели и с удовольствием буду рассказывать о тех продуктах, которые лежат на полках наших магазинов и которыми мы гордимся. До свидания.